Коль. Коля. Привет. Ну что, ну опять хаос, опять ничего не понятно. Кто где размещает, куда размещают. Я вот сейчас, у нас вышел исполнительный директор, он сейчас слышит наш разговор, Вячеслав его зовут. Вот, я хочу, чтобы он с тобой, я ему дам стратегии, он уже знает, мы сегодня небольшие там планерки сделали утром. Стратегии, что где размещать. Он посвободнее, чем я, и он тебе там даст стратегии. То есть сейчас вот очень важно открыть, найти офис в Чикаго, открыть, то есть найти партнера в Чикаго, найти директора в Майами. Это нужно все будет делать. Но я ему скажу стратегии основные, то есть ты с ним познакомишься, потому что ну полный бардак, понимаешь? Ничего не понятно. Сколько человек работает? Четыре. Надо тебе дать этих людей, он будет вести учет, кому зарплату платим, кому не платим, потому что ну, я плачу, некоторым я плачу зарплату, а результатов нет вообще никаких, понимаешь? Я ничего не знаю, что день размещает, что не размещает. Мы говорили о группах, что заходим в новые группы, не заходим никуда, опять только в Америку. Заходим в группы новые? Смотри, зашли в новые группы, там, где работа, это вообще неэффективно. Да? Потому что мы размещаем пост, через там минуту он уже где-то 20-й. То Так. есть там стоит постить. Но группы по недвижимости. По недвижимости тоже там похожая ситуация, тоже Ну, значит, какие-то надо целевые искать, где бизнесмены, инвесторы. Вот Вячеслав предложил, допустим, идея на пост группах, которые посвящены образованию, когда люди заканчивают школу, и мы предложить учеба и работа в Америке. Тоже интересная тема, да? Вот. Ну, надо смотреть, изучать группы различные. Понимаешь, вот группа, допустим, по Kickstarter. Есть классная группа по Kickstarter в Фейсбуке, есть классная группа по Да ее Kickstarter. очень плохо типа Группа о Kickstarter, допустим. Знаешь, что Kickstarter? Ты меня слышишь? Ну вот группа о Kickstarter, целевая группа, но там можно постить объявления об открытии счетов в банках, об открытии компании и так далее. Вот. Хорошо, я тогда все поделю, каждый будет размещать Ну, надо тебе с свою ним сделать стратегию, вот какую-то. с Вячеславом. Он тебя наберет, я даю ему твой вайбер. Вот. И Хорошо, тогда мы с ним да, по созвонимся, зарплате сегодня все я это обговорим и перечислю, договоримся. по зарплате твоей сегодня перечислю деньги, Тимур, он выдаст тебе через PayPal. Вот. Хорошо, я тогда сумму тебе напишу, Напиши, да. сколько там должно быть. Напиши. Давай, все. Тогда больше пока вопросов нет. Давай. Пока. Хорошо, я давай на связи. Такой номер.